полете мы видим радугу, в полете мы видим дождь. На Земле такого не увидишь. Многие называют небожителями, но это тот человек, который попадает в свою родную стихию. Моим инструктором была женщина. От нас она требовала каждую фигуру доводить до совершенства. Перегрузки без костюма можно выдержать там 5-6 максимум единиц, то с этим костюмом 9 и даже больше. Смотрю, все ли у него хорошо, какое у него настроение, мысленно разговариваю с ним, спрашиваю, как у него здоровье, были ли какие-то проблемы. И все время смотрим на цель. Красота полета, она непередаваема. Все, и готов к запуску. Смотрите в пятницу на телеканале «Беларусь-24».